Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите исторической правды? Сейчас столько льется неправды, я очень болезненно переживаю всякую ложь о минувшем. Поправка о том, чтобы страна считала своим государственным долгом память о победе Великой Отечественной войны представляется мне совершенно естественной. Мы должны помнить о том, какой ценой досталась нам победа во Второй мировой войне. Мы должны чтить свою историю, чтить подвиги наших дедов, прадедов. Сейчас предпринимается очень много попыток исказить историческую правду. Правду о Великой Отечественной войне. Мой отец ушел на фронт защищать родину в годы Великой Отечественной войны. В поправках Конституции поможет сохранить историческую правду о подвиге наших отцов и дедов.